Жители села Новотроицка дошли до парламента. Матери, чьих детей районный совет отправил на учебу за многие километры от дома, закрыв местную школу, не стали ждать, когда власти приедут в Новотроицкое, и сами отправились к ним просить помощи. Общаясь с журналистами, женщины еще раз подчеркнули, что их действия ни в коей мере не связаны с политикой, а протесты и блокирование трассы – вынужденная мера. Noi nu suntem agitatori politici, dar la noi nu vin nimeni, noi nu știm cum alt fel să ne exprimăm. Noi dorim, noi gândim că asta e ultima opțiune și poate ne rauză strigătul nostru, strigătul copiilor care strigă să nu le închidă școala. Noi ieri am cerut să vie doamna Bogovic Olga, am cerut să vie domnul Barbaro și îi sunam, el pune receptorul. Am sunat la doamna Maia Sandu, care e ocupată deocamdată. Nu au nevoie de noi. Nimeni absolut nu au nevoie de noi. Noi la nimeni nu le trebuim. Oameni buni, cum să ne mai ținem noi? Noi nu știm. Asta e ultimul strigă, dar noi ia să ne ținem pe poziții până într-atât, până să ne audă tot țara, tot Rusia la să ne audă. Absolut, poate ieri ne-or da un mic ajutor pentru așa să nu ne închidă școala. Сегодня женщины пытались попасть на прием к депутатам от правящих партий и спикеру парламента, но общаться с отчаявшимися матерями никто не стал. Простите. Мы обращались во все инстанции, абсолютно. Перед нами просто были закрыты двери. Заседание канцлеров, которое было назначено, которое мы попросили, чтобы назначили, чтобы канцельеры пришли, и мы решали вопрос вместе, находили какие-то выходы, находили какие-то решения. Они просто не пришли на заседание, они игнорировали полностью. Мы сидели в зале, в пустом зале, ждали. Никто не пришел. Вчера мы стояли на трассе вместе с нашими детьми. Ни один из Альянса, и не знаю из кого, и из наших районных консильеров, которые голосовали против нас, ни один не пришел. И не объяснил нам, и не предложил нам какие-то решения. Нас обвиняют только в том, что мы плохие родители, что мы держим своих детей на морозе. Национальные каналы полностью переворачивают информацию с ног на голову. Полностью дезинформируют страну. Мы не знаем, куда уже обращаться. Если нас здесь не услышат, куда обращаться, что делать нам дальше? Домой жители Новотроицкого возвращались с твердым намерением не отступать. Они перекроют трассу, ведущую к молдоукраинской границе, и будут протестовать в режиме нон-стоп. Родители просят поддержки граждан, как и они, не согласных с ненавистной реформой. Вместе, уверены они, удастся победить.